Леона Ариес, что тайное проявится вот так, как в этой колоде в вашей жизни? Итак, смотрим. Причем очень скоро. Когда скоро, сейчас скажу. Итак, что же тайное проявится? Смотрите. Что-то тайное, о чем вы не знаете и не подозреваете даже. Так, кстати, это то, о чем вы мечтаете, самое интересное. Связано это с деньгами. И что это будет для вас? Вам проявится какой-то источник дохода. Да, девочки, какой-то источник дохода, который вам очень понравится, и вы будете довольны. Вот такая тайна проявится в ближайшее время. То есть какие-то деньги, которые были скрыты. Здесь может у вас проиграться у всех по-разному. Точнее, проиграться по-разному. У кого-то неожиданно узнаете о том, что вам положены какие-то выплаты. Оформите. У кого-то проявится, что какие-то, может быть, какое-то наследство даже придет. Вот тема наследства прям звучит. Вот. И, возможно, от вас скрывали, что будет наследство, или вы не знали, вот, тоже проявится. Вот. Еще что проявится? Может прийти, например, зарплата пришла, теперь может прийти премия. Вот. По поводу еще скрытого источника дохода, сами, может быть, что-то увидите. Знаете, бывает такое, смотришь рекламу и думаешь, о, Эврика, я же тоже могу на этом зарабатывать, да? Вот. У кого-то просто придут инсайты по поводу получения денег, что вот так можно тоже деньги получить. Вот. Кому-то предложат работу, вполне вероятно, если вы в поиске, да, предложат какой-то источник дохода, кому-то дополнительный источник дохода. То есть я думаю, что у вас у всех проиграется по-разному. Но самое главное, это вот как раз-таки то, что откроется вам именно приход каких-то денег, о которых вы сейчас пока еще не знаете и не подозреваете. Для детального рассмотрения конкретно вашей ситуации пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. И приходите на курс обучения искусству предсказаний. Девочки, невероятный курс, всего 4 занятия, 500 рублей.